В музее Лобачевского Казанского федерального университета открылась выставка «Творчество без границ». Идея этой выставки пришла руководителю дирекции музея Светлане Фроловой, когда она узнала, что в КФУ работают потрясающие, талантливые люди. Первыми экспонатами выставки были сказки на татарском языке доцента Института математики и механики имени Лобачевского. И с этого и началась идея собрать творческую коллекцию. Сегодня я рада приветствовать всех участников на этой выставке. В Казанском университете работали, работают потрясающие, талантливые, творческие люди. И сегодня работы этих творческих людей представлены на нашей выставке «Творчество без границ». Вы можете увидеть вышивку, лепку, скульптуру, художественные произведения, поэтические, литературные произведения и многое другое. И я рада, что мы работаем с такими поистине творческими людьми, которые, помимо того, что они прекрасные профессионалы своего дела, жены, матери, верные друзья, находят время на создание таких творческих произведений. В выставке участвовали абсолютно все подразделения Казанского университета. Здесь представлены и фотоработы, и поэтические произведения, и даже видеозаписи песен. На выставке постарались продемонстрировать все работы, которые были в заявке на участие. На этой выставке я представляю свои стихи и фактически, получается, хочу поделиться тем творчеством, которое я занимаюсь со студенческой скамьи и пишу стихи, начиная еще с Казанского финансового института. И хотела бы просто показать то, что находится внутри женской души. И через свои стихи показать тот мир, который, наверное, есть у каждой женщины, которая осознает наше место в современном мире. Выставка продлится с 4 марта по 9 апреля 2022 года. Посетить ее сможет любой желающий с понедельника по субботу с 9 до 18.00. Диана Жданова, Евгений Алмазов, Универньюз.